Суд Египта включил бывшего футболиста Мухаммеда Абутрику в список террористов. Об этом сообщил адвокат спортсмена. По его словам, власти подозревают игрока в финансировании запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане». Сам Абутрик отрицает все обвинения и говорит, что никогда не спонсировал исламистов. Нанятый им юрист намерен добиваться пересмотра решения суда. А пока правительство заморозило активы спортсменам. Согласно антитеррористическому закону страны, людям, включенным в список террористов, запрещается путешествовать, а их активы и паспорта могут быть конфискованы. Абутрика – один из успешных африканских футболистов своего поколения. Он закончил карьеру 4 года назад.